Всем доброго времени суток. Сегодня рассмотрим ICO проект, который называется DAV Network и тему беспроводного интернета. В наше время, кроме Wi-Fi, больше нет технологий, способных качественно и быстро раздавать беспроводной интернет. Разработчики проекта DAV Network решили раз и навсегда покончить с этой проблемой и создать блокчейн-платформу, способную каждому человеку раздавать интернет, который вот корпорации и крупные компании пытаются обеспечить половину населения планеты интернетом, но за 10 лет положение почти не изменилось. Проект DAV Network при помощи инновационной технологии сможет обеспечить всю планету интернетом, что в свою очередь поднимет всемирную экономику, а также повлияет на благосостояние людей. Звучит интересно, не правда ли? Разберем проект подробнее. Итак, DAV Network является одноранговой сетью обмена интернетом. По своей сути, используя технологии блокчейн, DAV Network создает сети интернет-провайдеров. С помощью своего устройства любой человек может выполнять функцию точки доступа, раздавая интернет. На данный момент около 3 миллиардов людей на планете до сих пор не имеют выход во всемирную паутину. Люди с доступом в интернет могут делать покупки в интернет-магазинах, совершать прочие транзакции. На секунду представьте, как взлетит глобальная экономика, если выходить в интернет и совершать покупки сможет каждый человек. При помощи своего устройства любой человек может покупать, продавать, бесплатно раздавать и обмениваться интернет-данными с другими пользователями. Для этого нужно выбрать функцию, а DAV Network сделает все остальное. Если ваше устройство поддерживает Wi-Fi, то при помощи приложения вы можете настраивать и изменять емкость данных. В случае успеха проекта, интернет станет своеобразным товаром, которым могут воспользоваться все. Но не только пользователи будут получать выгоду за продажу и покупку интернета. Компании и предприятия могут расширить свои возможности путем подключения пользователей. Люди смогут зарабатывать на продаже интернет-данных. Бизнесмены смогут настроить план данных так, чтобы использовать его именно во время работы предприятия. Таким образом, произойдет экономия средств. Для государства интернет по всему миру обеспечит глобальный экономичный рост. Учитывая одноранговое соединение, проект позволит отойти от традиционного подхода в раздаче интернета. Более не будет ухудшения качества соединения из-за местоположения. В странах с слаборазвитым интернетом, за городом и в других отдаленных уголках всемирная сеть будет работать одинаково хорошо. Для безопасности личных данных одноранговые сети создаются анонимно. Именно необходимость подобной платформы сделает ее популярной при должной работе команды. Команда DAV Network состоит из 21 человека. Такое количество людей поможет до мелочей изучить детали проекта и решать появившиеся проблемы по мере поступления. Руководителем проекта является Дуглас Шварц. Он является самым опытным членом команды, а также квалифицированным специалистом в сфере криптовалюты. Я считаю, что проект DAV Network реализует идеи за счет именно команды. Удобство платформы, а также квалифицированные разработчики будут развивать и улучшать проект на столько, сколько это возможно. А с приходом большого количества пользователей вырастет и сам токен. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, данный видеообзор был полезен для вас. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч.